Всех с возвращением в мир Dungeon Siege. Это 10-я серия. В конце прошлой серии мы завершили свой путь по темному лесу, и наша тропа привела нас к мрачному болоту. Так что теперь наш путь будет лежать через болото. Не хотелось бы бродить прямо по болоту, потому что в болоте, как известно, вас может утянуть вниз. Поэтому давайте попытаемся найти, может, какой-нибудь проход сквозь него. Так, вот тут я вижу какого-то человека. Но для начала давайте здесь все осмотрим. Что такое? В чем проблема? Какая-то кольчуга интересная здесь попадается нам на глаза. Еще сюда немного сходим, посмотрим, может, что найдем. Похоже, что нет. Похоже, что это я зря затеял, хотя как знать. Не, все, мы уткнулись в болото. Поэтому возвращаемся. Болото пустое, в принципе, здесь никого нету. Так что можно особо не ходить по нему. Мы здесь сможем где-нибудь подняться? А, отлично, вот здесь мы поднимаемся. Так, ждем наших друзей. Они замерзли почему-то. Друзья, прекрасен наш союз. Когда мы едины, мы непобедимы. Имейте это в виду. Прошу тебя, храм надо очистить. Зло становится сильнее с каждым днем. Возьми эту икону. Храмом завладело зло. Икона может разбить злые чары, если вам удастся поместить ее на алтарь. Мне не удалось. Могучий страж охраняет алтарь. Прошу вас. Да лады, лады. Возьмем твою икону. И у нас новое задание. Очистить храм, уничтожить стража храма. Ну, что за икона? Вот она. Это святой артефакт Азунитов. Этот предмет нельзя продать. И не собирался даже в страшном сне. Так, ну, погнали по мосточку, чтобы, так сказать, не пачкать ноги. Вы видите, болото совершенно пустое, там нету ни всякого хлама, который можно подбирать, ни монстров, на которых можно качать уровень, поэтому смысла ходить по нему нет. Территория вот эта самая, одна из самых огромных из всех, так сказать, зон в игре, и в ней очень просто запутаться. Я в прошлый раз, когда играл в игру, хоть это и давно было, но вот болота мне запомнились надолго. Я здесь плутал. Необходимо, в общем, идти на свет, где горят фонарики, там и ходить. Факелы, вернее, конечно же, не фонарики. А так тут заплутать вообще как нифиг делать, друзья. Вот, видим факел, значит, мы на верном пути. Так, странно, пока никто не нападает. А вот вижу комариков уже. Погнали. Вообще элементарно. Это у нас болотная оса. По 180 здоровья. Совершенно. Совершенно смешно, я хочу вам сказать это все. Так, погнали. Болотные какие-то лягушки. Ну, опять-таки, элементарно это все. Кто в домике живет? Кто в теремочке живет? Так, только денежки. Ну, тоже неплохо. Выходим. Погнали. Мерику увеличил ловкость. Зачем Мерику ловкость? Не нужна ему ловкость. Мозги ему нужны, вот и все. А вот у Лора увеличила ловкость. Это да.
Глора, ты справляешься сама? Умничка. Глоэрн достиг 22 уровня в навыке ближнего боя. Так, нам вот сюда, но необходимо вот эту популяцию уничтожить, я считаю. Это что за тварь? Это болотный тролль. 488 хп. Вот, пожалуйста. Гномик наш поплыл. А у глав героя кончилась мана. Да что ж такое? Подождите, друзья, давайте не будем далеко разбегаться. Соберем здесь все. Ба-ба-ба-ба-ба. Смешные такие звуки. ...360 у этого и изувера. Арбалет какой-то синий. Проверим. Опять кончилась мана, да что ж такое. Ну, мух гонять это, конечно, вообще. Как нифиг делать. Ну, гонять это милое занятие, друзья. Так, вот этих ведьм надо в первую очередь уничтожать. Потому что они очень опасные, вызывают всяких вредных тварей. Ну что, кто там остался? Что-то мы уже далеко побежали, по-моему. Так, маны нету ни у кого. Все молчат. Так, перчаточки. Зелюшка маны и денежка. Давай, 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 подходи, не стесняйся. Смешно так квакает. Так, болото по-прежнему не ногой, друзья. Только по дорожке, только по свету фонарей. Ну куда все побежали? Только сказал всем по дорожке идти, как этот побежал прям в самое... самую топь. Что за домик? Сейчас проверим. Да, комарьё на болотах, конечно. Ух ты, ух ты, ух ты, ведьма, ведьма, ведьма. Мерзкая ведьма. Еще я там одну где-то видел. Вон она колдует, тварь. Блин, я ее не убил, по-моему, да? Она опять откуда-то колдует. Откуда летят подачи, я ничего не понимаю. Вот же она, ах ты тварь. Их там две, что ли? А вот еще одна. Ну ничего себе. Вот эту дрянь убейте, пожалуйста. Будьте любезны, мои друзья. Отвратительные ведьмины отродья. Вызывают вот таких вот болотных тварей по 600 хп. В принципе, я бы это называл, конечно же, скорее... болотным гоблином. О, прошу прощения, болотным троллем. Так, куда вы побежали? Стоять. Всем стоять бояться. Да куда они так и норовят сорваться? А ну стоять!
Мы же не спеша тут все должны пройти и посмотреть. Нет, пока не посмотрим. Ладно, давайте здесь дочистим уже. Вот она, вот она, вот она, колдунья. Да, она собралась, все-таки успела вызвать, а? Вот же тварь. Так, у моего главного мага закончилась мана. Поделиться. Больше не могу получать зелье? Могу. Собираем. По-моему, у нас уже скоро у всех закончится место в инвентаре. Ну, проведем ревизию, нам что? Нам не впервой. Так. Что такое? В чем у тебя проблема с развитием этих бочонков? А, я понял, в чем проблема. Зелье мана, опять-таки, все нужно. Все берем. Какие неприятные звуки на болоте. А тут еще кто-то дома строит. Вот это я, конечно, никогда не понимал. Так, ну и дальше, дальше, дальше по мостику. Дабы не заплутать. Погнали. Муха, ну ты ж, это несерьезно. Ой, какой красавец. Так, это всем надо сбегать, что ли? Не-н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 е. Все стоим здесь. С ним наши дальники разберутся, я думаю. А то ты сейчас оббегать будешь, на себя кучу мобов натравишь. Вот так вот. Легко и неспешно. Шикарно, друзья. Так, дальше куда? Дальше здесь не совсем понятно, я бы сказал. Так, дальше вообще непонятно, куда идти. Ну, наверное, сюда, мне кажется. Да. Тут просто развалили мост эти черти. Так, тебя ж кто-то призвал или ты само вылезла? Болотная тварь. Ой, гном, куда ты там прям под мост забежал? Тебя что, может, текстуркой придавить-то? 20 уровень навыки использования заклинания нашего главного героя. Шикарно. Ёксель-моксель, сколько их тут? 4! Ну чё, бабку никак не убьете, что ли? Надо бабку убить. Вот еще бабки. По-моему, ту мы так и не убили, нифига. Офигеть. Вот это я тут зелье попила. Мана, кстати, закончилась. Поделиться. Нет, нету. Убить бабку. А,
Да, можно бы было, конечно, отступить, но я что-то прям уперся и принял бой. Ну, здесь я потратился вообще, конечно, жуть. Просто адски. Еще бабка? Нет, это какие-то твари. Не, бабка, по-моему, оттуда кидает, да? Да, веселуха, ничего не скажешь. Так, а что у нас тут в домике еще? Смотрите, куча всего. Тик. Шикарно. Все, теперь нам необходимо просто разобраться с вещами. Кстати, надо еще будет проследить, куда нам идти. Куда мы пришли, куда нам идти. Это вопрос немаловажный, я считаю. Так, здесь мы были. Вот сюда, скорее всего, идти, да? Вот так вот мы пришли. Ладно, это дело десятое. Сейчас разберемся в инвентаре. Так. О, нахрена ты лук взял с собой? Ну ладно, лук потом продадим, он-то не мешается. Он еще и посох может одеть, ничего себе. Так, хороший посох. Так, 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 что со всем нам этим делать? На продажу, на продажу. Это вообще вещь мы ждем. Все на продажу, плюс один к стрельбе. А этот Е-арбалет что дает? Кстати, особо ничего не дает. Можно и тот арбалет будет одеть. Так, ну в любом случае надо что-то продавать. Так, ну вот это понятно. Блин, может меньше теперь давайте 5000, что стоит будем продавать. Даже не знаю. Все как-то дорого. А место, тем не менее, надо освобождать. Так. О, у тебя места, кстати, полно. Да, друзья. Практически не осталось у нас порции маны, чтобы пить. Сейчас будем на молнию тогда переходить. Так, что тут у нас? Ого! Хорошая цена. Но тут, по-моему, с ловкостью получше. Так, защита 58. Это туфта. Это защита 98, тоже туфта. Защита 60 и подавно. Так. Это оставим на продажу. 16 тысяч, ничего себе, оставим. Так, это я жду, пока я смогу одеть, в принципе. Это ерунда, но на продажу оставляем. Это тоже. Вот это мы превратим сейчас. Хотя подождите, что? А, сила 19 требуется. Понятно. 91. А у тебя какой? На 110. На 122. Ладно, выкинем. Что делать? Приходится чем-то жертвовать. Каска совершенно смешная. Защита 38 тоже сюда. Но это на продажу оставим, ладно. Так, сапожки. Что за сапожки? А! Ну, мы их продадим когда-нибудь, я понял. Так. Здесь, в принципе, все понятно. Здесь, что за перчатки? Нет, фигня. Это
Полная фигня. Это полная фигня. Это фигня еще та. Ну ладно, я что-то там довыкидывался слишком чересчур, наверное. Так, защита 8 плюс 3 к доспехам. Вот это подойдет. Слишком много тоже выкидывать, наверное, не стоит. Так, вот этот арбалет я тебе хотел отдать. Этот тоже. Не лезет и так. Плюс 1 к стрельбе. 727. А, 763. Нет, ладно, тогда тот оставим. Так, что за сапожки? 9 плюс 1 к стрельбе, 15% шанс, тролливали. Отличные сапожки. Просто шикарные. Так, перчаточки, ладно. Так, и быть оставляем. Вот этот посох. Да нет. У меня пока все посохи получше будут, в принципе. 13 тысяч. 963 урон. Ого. Ого-го. Сила 28 нужна. Докачайся, попробую. Такая же дубина. Здесь вообще 30. Так, это выкидываем, чертовой матери. Так. Все, сейчас по чесноку склянки разделим. Ну, примерно так вот это тоже не нужно. Так, теперь, дорогой друг, колдуй. Сколдовал. Это шикарно. Но боюсь, что ты теперь не тянешь при таких запасах маны заклинание вспышка, поэтому ничего не остается, как... Ничего не остается, как наставить тебе молнию сюда. Ничего с этим не сделаешь, дорогой друг. Поэтому будем работать так. По молниям. Так. Итак, вот это у нас комбинация 1. Вот это у нас комбинация 2. Вот это у нас комбинация 3. Ну и, в принципе, я не знаю, что... Какую комбинацию поставить? 4. Не знаю. 4 поставим сюда все-таки тогда вспышку. Когда у нас мана появится, это будет комбинация 4. А так работаем вот таким образом. При отсутствии в условиях минимального количества зелий маны. Потому что мы их попили. Ого-го, я вам скажу. Так, сундуки все открыты. И мы теперь должны определиться, куда нам идти. Я подозреваю, что раз вот так вот мы пришли, наверное, вот тут мы сейчас пройдем, а потом пойдем в другую сторону. Посмотрим. Да, здесь действительно заканчивается земля. Поэтому мы идем в другую сторону. Вот они, фонари, их надо держаться. Почему я упорно факелы называю фонарями? Ну, на современный лад, наверное. Работаем. Лора увеличивает ловкость. Лора, ты там ничего не ждала по ловкости? Напомни мне. Даже используя молнию, у нас ребята по мане что-то проседают. Мерик просел, придется выпить. Куда они там уже ворвались? Да, на болоте вообще не весело. Вообще ни капли.
Идем по сигналам. Так, на какую-то... Это что такое? Дерево нас хреначит, что ли? Вы только поглядите. Это треч. У него было 480 здоровья. Только деревья нас не хреначили. А так, и мы пришли на какое-то кладбище. Так, иди сюда, тварь. Я! Их там две было. Да, Америку надо давать что-то еще более незатратное по мане, то есть это ледяные осколки. Ну, только где их сейчас я возьму? Не надо было их продавать. Мы по молнии проседаем даже, когда вот так вот кастуем. Так, понятно, что нам кладбище, но я предлагаю вот здесь почистить. Я вижу тут еще кучу монстров, которые ожидают нашего внимания. Пак-пак-пак-пак-пак-пак. А их там в болоте, видимо-невидимо. О, и дракоша вылез. Смотри, какая прелесть. Дракон вообще безобидный. А их там вообще под водой не видно, да? Лупят куда-то под воду. Так, а их тут? Мана заканчивается, вообще жесть. Что же мне использовать? Да что такое, уже закончитесь. Так, максимальная сплоченность отряда мне теперь почему-то стало больше нравиться. Ну все, погнали на кладбище. Маны нет, ни хрена. Надо пить, чё. Не ходи же, как идиоты магами без маны. Странно, раньше вроде с молнией проблем не было, теперь и молния как-то иссушивает наших магов. Может, это вот эти вот... А ну, я сейчас проверю все-таки. Как работает вот это заклинание? Ну, грубо говоря, сфера холода. Но она парит вокруг колдующего, стреляя по ближайшим врагам мощным зарядом холода. Может, она ману требует за каждый удар, не пойму. Урон 15-19, повреждение 127, необходимо. Навык природный, понятно. Дальность, понятно. Длительность 134, затраты маны 98. Ну, разовая. Разовая затрат 98. Если бы она каждый раз по 98 требовала, я бы почувствовал, разумеется, это. Сфера молнии, и того 110 вообще. Длительность 91. Длительность 134. В общем, странно это все. Так, что у нас тут по поводу кладбища? Пойдут сейчас зомбаки всякие, да скелетосы, или кто похуже. Здесь где-то ж храм должен быть, вы помните, да, друзья? Куда мы должны водрузить амулет? Кладбище огромное. Но нас здесь никто не атакует. На удивление. Так, началось. Нам сюда, я знаю. Давайте тут вокруг немножечко разберемся. Что мне там лупят? Подземного тягача какого-то. 2120 у него здоровья. Охренеть. Ой. Они повылазили с могил. Гляньте, что творится. Так, друзья, ну его нафиг. Ну его нафиг. Нас так окружают. Давайте как-то... Там еще горгулья какая-то вылетела. Давайте вот так вот
по порядку с ними разбираться. Да, только я сказал, что тут все шикарно на кладбище, как они начали лезть со всех сторон. Мерика маны почти не осталось. И все, и пить ее уже нету, нечем. Нету склянок. Все, кончились склянки. Что там? Гаргулия, гаргулия. 170, это сейчас ты быстренько мне разлетишься. Все, ни у кого склянок не осталось. А, есть, тут у тебя завалялось, смотри-ка. Последняя скляночка-то. Так, тут у нас ничего не выпало? Ничего, с зомбаков ничего не падает. Ладно, Мерик, пей последнюю склянку, что остается нам делать. И погнали. Заходим. Так, вот этого надо добить, я так понимаю. Вообще невозможно идти. Ну как можно было по столько жизни ему давать? Понятно, что он как бы неподвижный, там все такое, но блин. А, у этого по 640, все-таки не у всех. Вот, идет к нам светящийся главный гад. Что с ним, посмотрим. 1152, да, многовато. Но он дерется не очень сильно, я так понимаю. В дневнике обновилось задание. Сейчас будем посмотреть. Кольцо какое-то находим. Так, дневничок, что ты нам скажешь? Очистить храм, поместить священную икону на алтарь храма. Сейчас сделаем. Сейчас я только здесь разграбление храма произведу. Так, кладем. Все. Мы храм очистили. Как-то вроде посветлело, что ли, да, вокруг? О, смотрите. Вознесся луч света куда-то наверх. Все, я теперь надеюсь, зомбаков тут не будет в окрестностях. Ну все, тогда погнали. Гаргулья есть осталось. Еще гаргулья. Но зомбаки больше не лезут. Не, лезут, вот они, привет. Безголовый зомби. Как безголовый? А, правда, что нет головы? Смотрите, какая прелесть. А, в меня кто-то головой кидается, зомбячий, по-моему, да? Какая прелесть. Ого! Да ну нафиг, да нет, вы чё? Да блин, ну как? Нельзя их всех агрить, друзья. Мы так не это, не выцепим. Давайте по очереди. Нет, отставить! Всем слушать мою команду. Иначе сейчас вляпаетесь. Ну так вот. Понемножечку. Все равно понемножку ни хрена не получается, да? Понемножку не очень-то и получается, да? Да, все разбежались. Не, ну радует, что, в принципе, они не сильно наносят урона. Фух.
Ёлы-палы. Вот это туча горгулей была, ничего себе. Так, надо, наверное, пройти по краям еще оградки. Потому что там тоже какие-то монстрики есть. Если кладбище открыто... Открыто... То я думаю, еще по краю пройдем. По левому и по правому. Потому что я слышу, как тут пищат недовольные комары. И они требуют к себе внимания. А что это такое? Почему это подсвечивается? Все, отлично. Погнали дальше. Вот видите, а так бы они все остались бы неразложенные по кусочкам. Разве так можно оставлять всякую живность, фауну болотистую без внимания? Вот они все. Погнали, погнали. А мы меж тем качаемся. И всякие прелести синие подбираем. Ну шикарно же. Скоро опять придется инвентаризацию проводить, я чувствую. Куда оно побежало? Тык. Кто там? Куда там? Ну идите сюда. Ой, ой, ой. Зомбачье повылазило. Шестьсот 152. Бьется не очень. А-о, а-о. Без головы, конечно, ему нелегко драться. Тжу, улетело. О, часть уже здесь повылуплялась. Мне даже смешно, сколько ты их будешь магией долбить. А, ну если лучница тебе поможет, то нормально. Мерик, не хочешь помочь? Ладно, давайте обойдем, это какой-то прям... Анекдот. Да сколько ж вот здесь? Бабку, бабку, бабку! Бабку мочим. Еще есть бабки, по-моему, да? Так, ребята, тактическое отступление. Да, по-моему, бабки есть еще здесь. Да откуда ж она колдует? А вот откуда. Тварюга. Ну убейте ее! Не менее не слушается. Вот она, вот она. Еще откуда летит? А нет, это уже не бабки, это вот эти вот болотные стрелки. Да ж сколько вас тут, ёлы-палы. Все собрали. Ба-б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 а. Так, ну что, мы все осмотрели? Нет, не все. Амулет. Так, ну все, умирай там уже. Кто никак не хочет умирать, пожалуйста. Все, здесь все. Сейчас еще с другой стороны мы пройдем кладбище. И на самом кладбище еще посмотрим.
Так. Нам, наверное, вот куда-то сюда, да? Хотя здесь факелы не горят. Все, разлетелись. Нет, не все. Да что такое? О-о-о-о, куда это? Не-не-не-не-не-не. Че это вы? Че это вы поспешили, друзья? Нет. Отходим, отходим. Пусть лучше они к нам идут. Мы еще здесь не все осмотрели. Так, Мерик, Мерик, не вздумай. Бабка мерзкая. Бей бабку. Вот еще бабка. Они так уходят в тень, что их потом хрен найдешь. Да ё-моё. Так, давайте дракона пока мочим. Пока эти подойдут к нам. Потом будем с ними разбираться. Ну, пейте ману, у кого есть, что сказать. Главного героя маны нету. Через раз тебя стреляет. Да, без маны это не очень. Америка, не пойму. А, они два в одном. Понятно. Сейчас у Америка тоже кончится мана. Вообще печально. Да куда вы уводите меня? Ужас какой-то. Что ж без маны так плохо жить на свете? Даже уже на молнию не хватает. Кого ты там еще наагрил? Так, все, отходим. Нечего там собрать больше, нечего. Давай держаться прежнего плана. Сейчас мы еще тут кладбище почистим до конца. С этой стороны тут зомбятинки ходили. Вот, а не видишь? Шикарно. Так, уже не лезет вещь. Поэтому... Да что такое? Поэтому сейчас мы будем разбираться. Кому что надо оставлять, кому надо что... Выкидывать. Все становимся сюда. И наша любимая рубрика. Ой, сколько всего насобирали, ёлы-палы. Так, жалко, тут в церкви никто не торговал. Церкви же обычно торгуют. Так, это на продажу. Это на будущее. Это на продажу. Это можно скинуть. Это можно оставить на продажу. Это... 9-3 к доспехам, тра-та-та. 9-6 к доспехам. 9 к 3 доспеха. Ну, тут-то еще шанс захреначить электричеством. Понимаешь, да? Поэтому это убираем. Вот это перчатки убираем. Теперь ты можешь это дело получить. И одеть. Вот. Какой ты молодец. Так. На продажу, для личного пользования. А, я уже могу. Ну нифига себе.
Нифига себе. Ух ты. Так, тогда этот щит скидываем. Так, это что? Это ерундень полная. Амулет. 10 к доспехам. 8 к доспехам. Посмотрим, может тебе пригодится. Так, эта склянка пустая. Так, ну как-то так. Что у тебя? У тебя амулета нет, тогда, конечно же, одевай. А, так, это что у нас такое? Ум 25 плюс 26 повреждений магии природы. Плюс от 2 до 6 повреждений магии природы. Ну, непонятно, да? К заклинаниям или к физическому урону посоху? Скорее всего, к физическому. Ладно, продадим. Так, потертый топор. Викинштейн. Это что у нас такое? 788, двуручка. На продажу. Это Викинштейн. Это Викинштейн. Йенто вообще фуфло. Это совсем... Нет, это не фуфло. Это надо этой девице передать, если влезет. И не лезет уже ничего. Так, девица. Что у тебя тут? Защита 7 плюс 1 к стрельбе. А там 8. Защита... Так, плюс 6 доспехам. Продать. Так, вот это я хотел тебе дать. Может пригодится. Это что такое? Защита 7. Капашка, не, это туфта. Так. Плюс 7 жизней. Ну, может быть, поместится? 5 не помещается. Да что такое? Что бы у тебя тут такое скинуть, да? Арбалеты все дорого стоят. Все стоит дорого. Защита 8. Плюс 1 к стрельбе. Здесь защита 7. Берем вот это. Это перчатки можно скинуть. Тогда тебе полезут вот эти сапожки, которые я тебе хотел предложить. Где они? Вот они. Так, все, с тобой мы разобрались. Теперь с тобой. О, ужас. Сколько ж ты всего насобирал, друг? Защита 122. Требуется сила 22. Но это ему можно. В принципе, отдать. А это скинуть тогда. Или не скинуть, на продажу поставить. Защита 172. О! Блин, откуда он взялся? Так, 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 так. Нет, стой! Идиоты. Зараза. Я нажал собрать все, и они побежали собирать. Так, я сейчас чеканусь. Ладно, эта песня хороша, начинай сначала. Чё за шляпа? 8 плюс 1 к стрельбе, нафиг. Нафиг. Так, нафиг. Нафиг. Защита 9 плюс 3 к доспехам. Это же лучше. А, нет, защита 9 плюс 6 к доспехам. Защита 9 плюс 3 к доспехам и еще что-то там. Скидываем. Что фигня, скидываем на продажу. И вот так вот. У тебя. Что вот это за фигня? Скидываем. Вот это я собирался скинуть тоже. Потому что я тебе хотел передать. Что? Что я тебе хотел передать? 172. Это я не тебе хотел передать. А, сила 27. Ни у кого из вас, конечно же, сила 27. А, почему же? Есть у главного героя сила 27. Поэтому это тебе. А это... тебе. Ну все, ты смотришься просто как... рыцарь в белых сияющих доспехах. Что тут и говорить. Ты одевай 122 тогда пока что.
Этот щит мы тоже скидываем. Это мы скидываем. Перчи 6 скидываем. Это склянку скидываем. Это что такое? Это дорого. Перчи на ловкость. Блин, опять не лезут. Задрали. Это что такое? Плюс один к уму. Ну, посмотрим. Может, одену как-то когда-нибудь кому-нибудь. Так, вот это 122, в принципе, можно скидывать, раз тут уже носит на 122. Это вообще какая-то ерунда. Это тоже ерунда. Куча арбалетов дорогущих. 757. Да, она такое и носит, в принципе. Ладно. Так, здесь. Это на 78. Чё оно так дорого стоит? Что за сапоги? А, вот эти сапоги скидываем. А, этот щит совершенно не нужен. Хотя, как сказать? А, он такой ты носишь, в принципе. Тогда скидываем. Скидываем. Ну, это на продажу оставляем, ладно. И у тебя что остается? 78. Сапожки присмотреть тебе. У тебя 9. Плюс 1 к стрельбе. Но у тебя самые шикарные сапожки, что сказать. Эти мы тогда скинем. Ну все, больше тут тебе ничем не поможешь, в принципе. 5000, 5000, 6000. Это все. Вот так. И делимся скляночками. Все, теперь наш главный колдун выходит на сцену и красиво колдует все это дело. Вот. Ну, как-то так, что, разобрались. Заодно вы ману восстановили, пока здесь стояли, но это ненадолго. С маной надо что-то кардинально решать. Уже даже... А поскольку молния это отбирает? Молния по 12. Блин, у тебя 519 маны. 12, это ты молнии можешь закастоваться просто. 50 молний можешь скастовать. Так, зачем мне вот это осталось? Стоять. Куда ты пошел? Отмена. Вот это скидываешь. И это тоже скидываешь. Так, зомбачу опять вылазит и вылазит. Хочешь, что ты с ним делай? Ну, как бы с зомбачом разговор короткий-то. Что с ним еще можно делать? Перчатки. Золото. Погнали, здесь все осматриваем. Ну, вроде мы здесь уже все осматривали. Поэтому как бы... Поэтому сейчас с этой стороны мы пройдем... по кладбищу. И тогда уже будем покидать это место. А ну-ка, а что на статуе? Может, что-то написано? Нет, на статуе ничего не написано. Кто в болоте додумался храм строить? Сложно даже себе представить. Так, идем по этому краю. А здесь? Нет, нет. Хотел сказать, что безлюдно... Безлюдно, наверное, не то слово. Пустынно. Но нет, все эти твари здесь присутствуют в полном объеме. Ну, эти вообще рыбы разлетаются вполне себе легко и спокойно. Только долго. Куда оно убежало? Кольцо. Тык. Погнали дальше. По краешку, по краешку. Элементарно, Ваксон. А вот теперь мы должны будем выяснить, куда нам дальше идти. О, дракон! Йорн, 27-й уровень по использованию оружия ближнего боя.
Пока с маной вроде нормально, кстати. Зомбаки полезли. В ближайшее время постараюсь лечиться только зельями. Не хочу тратить ману лишний раз. Что такое? Один остался зомбак. Боевой лук. Ну, лук нам уже не катит. Нам уже чисто арбалеты, наверное, только. Скипетр часовых механизмов. Перчатки. Так, нам, конечно, друзья, необходим, просто крайне необходим, я считаю. Так, подаришь мне что-нибудь? Дай мне манны. Нет, она дала мне здоровечко. А, вот, вижу свет, значит, выход здесь. Выход здесь. А дальше куда? Ну, там мы вроде все осмотрели, не вижу смысла куда-то возвращаться. Во, дорога даже какая-никакая тут показалась, да? Так, чё, куда ты там агришься? Ну, давай, Акси, агрись. Раз уж решила. Куда они вообще побежали? Они что, с ума сошли? Как они, нифига себе, на таком расстоянии увидели? Эй, куда вы вообще все побежали? Вы что, больные? Что с ними это было такое вообще? Не стану ни сего, как втопили куда-то через всю карту. Все, я здесь был и все видел, я это помню. Все, погнали. Вот он, факел, он указывает нам верный путь. Вот тут даже дорожка есть, понимаете? Дорожка. Так, вот тут кто у нас хотел заховаться? Не выйдеть. Ва-ва-ва-ва. Не выйдеть. Так, стоять, что тут упало? Кинжальный посох. Фигня, наверное. Так, ну вроде как дорога, да? Так, а вот здесь куда поворачивать? По мостику. Да, тут болоте легко сбиться с пути. Ну, что здорово, что разработчики всякого рода уровни сделали. И там, где можно сбиться с пути, и там, где нельзя. Так, дерево. Живое дерево. И дракон тут у нас. Мочим дерево. Мочим дракона. Ой, тут их сейчас много набежит. Арбалет возьмите кто-нибудь, пожалуйста. Продолжаем мочить дракона. Так. Кто тут остался? Рыбы. Рыбы остались. Так, тебя-то призвала ведьма. Где ведьма? Твою мать, и прохлопал Мерика. Пока тут все осматривал. Мерик, Мерик, Мерик. Вот так вот, отлично. Фу. Зелье манны. Мерик чуть не отдал богу душу. Да пей уже. Поделиться. В смысле, у меня что? Уже места нету, а? Не, ну какие-то зелья есть. Так, что тут лежит-то? Лом. Против лома нет приема, друзья. А он уже никому не лезет. Так, ладно. Кого там хотели убить, убейте. А, уже убили. И опять надо разбираться. Что-то мы... Неустанно только и делаем, что разбираемся. Так. Хорошая вещь, вернее, наоборот, вещь бесполезная, стоит дорого. Даже уже не знаю, что выкинуть. Что-то все такое дорогое, что прям жалко. А вдруг скоро торговец? Так, эти арбалеты. А, вот, посох беспонтовый. Ерунда. Так.
Вот ты чего тут носишься? Поотдавай что-нибудь, пораздавай. То тебе уже ни зелье, а ничего не лезет. Так. Вот это еще, конечно, можно выкинуть. И вот это. Так, что тут еще у нас дешевое? Топор дешевый. Луки довольно-таки дорогие. Ладно, вот так. У тебя, в принципе, все нормально. Но у тебя нет зелий маны вообще. Я лучше тебе дам. Потому что ты можешь даже лечить иногда. Так, а зачем тебе столько зелий лечения? Хотя, в принципе, у всех их огромное количество. Кроме магов, не знаю почему. Почему-то так, когда игра по автомату делит зелья. То есть маги, типа, считается, должны сами себя обеспечивать. Так, ум 22, 3 к доспехам, 7 к жизни. Защита 4, 10 к доспехам. Защита 4, 8 к доспехам. Так, что, выкинуть, что ли? Хоть какое-никакое место найдем. Ну все. Что тут сделаешь? Собираем. Все, как-то так. Ой, да что ты делаешь? Так, и что? Пойдем по мостику. Я полагаю, нам как раз по мостику и надо идти. Вот летят комарики на воздушном шарике. Куда мухи полетели? Зелье маны, берите, берите. Зелье маны, берите, берите. О, дракоша. У него больше стало жизни? 800, да? Нет, не особо. Не особо. Болото какое-то, затяжная локация, смею заметить. То ли потому, что мы блукаем тут, конечно. Так, ну ее же добить надо. Несмотря на то, что она в воздухе замерзла. Тук-тук. Хозяева есть? А вы кто, мадам? Ты что, магазин, что ли? Вы не поверите, как мне наконец приятно увидеть живого человека. Похоже, что эти земли просто кишат монстрами. Я искал золото, украденное из арсенала Фадриэля, когда пришел в это место. Да, я понимаю, что я молодой маг, но пару заклинаний-то знаю. Я бы с удовольствием присоединился к вам. Мне только нужно немного денег. Нет, за деньги не принимаем. Блин, ну он крутой, конечно, природный маг, но извини. Да, мне следовало этого ожидать. Я растратил почти все свое мастерство, поэтому прощай. Пока. Смотри, у нас тут гости. Пока мы с тобой взад-назад болтали. И, кстати, его за женщину принял сначала. Он оказался мужиком. Тут еще, по-моему, с этой стороны кто-то обходил нас. Иди-ка сюда. Да еще, если бы мы одного мага взяли, это бы было тяжеловато. И так маны не хватает на двух магов. Еще его терпеть. Наголом какой-то валяется. Подберите кто-нибудь. Так, шикарно. Здесь мы разобрались. А я уж был обрадовался, что это магазин. Думаю, ну сейчас заживем. Дракоша. А это нифига не магазин. Это наемник. Самый обыкновенный. Ну, может, не самый обыкновенный, конечно. Может, он, конечно, и крутой природный маг, но
Извините. Ну, сбежала. Ты давай честно дерись. Так, здесь направо или... Судя по фонарям направо, ну давайте сходим здесь, посмотрим, что будет. Так, кто-то какой-то крутой хрен бежит. С подсветочкой. С люминесцентной. Так, что-то нас тут со всех сторон хреначат. Будем пить зелье лечения. Нефиг за счет Мерика лечиться. Они, когда не станет меньше половины здоровья, только тогда пьют зелье лечения. По моей команде, вы представляете? Так, ну что, скоро это все закончится? Арбалет опять. Боже, у меня этих арбалетов насобиралось. Я помню, там последние копейки собирал, чтобы купить у Лори арбалет. А теперь их встречается на каждом шагу. Может, в этом есть какой-то смысл? Пупот. А что с ним делать, с этим пуподом? Не знаю. Так вот, может, в этом есть какой-то смысл, что... Может, и не стоит заранее покупать, как бы. В смысле? Как так? Вы что, наверх не можете подняться? А что здесь за трубы какие-то? Я только проверю, что за трубы, и обратно, хорошо? А, это прям как из завода какие-то, сточную воду выливается. Ничего себе. Дело рук каких-то разумных существ. Вот это пуподы подсвечиваются, а как бы ничего не происходит. Взаимодействовать с ними никак нельзя. Ну, походу, из них вот эти болотные твари. И... вылупляются. Так, все, все нормально. Идем дальше. Погнали. Так, что здесь? Кто в теремочке живет? Летить, колотить. Это немного неудачно. Да! Блин, я не те клавиши нажимаю. Мерик страдает. Так. Все нормально у нас тут. Не все нормально. Мерику надо насыпать зелий. Какого хрена? Войны себе все зелья позабирали. Так, так, все. Всем спасибо. Сейчас я проверю, что в домике. Должно же быть что-то интересное. Не зря тут целую толпу этих... Даже не знаю, как назвать этих макак, понасадили, что ли. Здесь налево. Судя по фонарику. Но мы сходим и посмотрим, что здесь. Нет, мы не сходим. Мы побежим, сломя голову, в болото, чтобы там драться. Убейте старуху шипокляк. А их тут-то, ни хрена себе, еще одна старуха шипокляк. А их тут, елки-палки, моталки. Там еще где-то одна старуха должна быть. Чем мы тут всех насобирали? Ёханый бабай. Ну сейчас у нас зелье здоровья, конечно, жестко поуменьшается. Вот она, старуха, бей ее! Кстати, складывается довольно-таки быстро. Сейчас будет прикол, если у нас еще будут проблемы с зельями лечения. Тогда вообще рад. Супер просто будет.
Так, опять их кто-то призывает. Где она есть? Вот она, тварь. Они такие незаметные, что, конечно, вообще. Ну все, вроде. Фу. Так, все собираем. Здесь у нас что? Опять куча этих придурков. Хорошо, я тогда еще не разбил, до того, как бой не начался. А что ты стоишь? Особое приглашение тебе? Неплохо. Ты через стену разбиваешь. Золотишко! Так, я, по-моему, сбился немного с курса. Куда мне там идти-то надо было? Надо проверить. Вернуться, если что. А вот факел сюда показывает, а здесь, значит... Просто этот дом был на отшибе, да? Или нет? Так, а факел сюда показывает, или мы пришли отсюда? Не, правильно, факел показывает сюда, но вот можно еще сюда сходить. Я, по-моему, в этом доме не был. Ёлки-моталки, опять там старуха. Что ты с ними будешь делать? Бей старуху, процентщицу. Вот еще одна. Еще одна тут где-то бродила, я помню. Где еще одна старуха? Вот она. Во. Теперь без старухи будет веселее. А, еще дерево надо. Ёпона мать, Мерика потерял. Ну, ждем, пока Мерик не живет. Так, там уже опять нам не лезут эти вещи. С добрым утром, Мерик. Так, шикарно. Все, выпили. Так, вот это мы уже опять не можем собрать, да? Так, что, никто не может это взять? Не, кто-то может. Я все-таки лелею надежду найти здесь... Так, кольцо, вот это надо все собрать. Кольцо, что они, кольцо же даже, нет, кольцо лезет. Может здесь где-нибудь будет магазин, вот это что за два домика? Пустые. Пустые домики, как назло. Ну что? Одежда? Одежда это явно туфта. А здесь? Твари. Ой, их тут. Через стену в основном все лупят. Смотрите, какая вещь. Куда оно убежало? Да остановитесь, он вернется. Куда тебя черти несут? Стой, сражайся. Так, нет. Домики есть, а людей в домиках нет. Что это был за звук? Гейзера или... Так, а тут вообще пусто выросла капуста. Смею вам доложить. Ладно. Тогда... Сюда, да? Как нам показывают факелы. Правильно я понимаю? Правильно, вот сюда мы должны идти. Так, вот тут что-то за вывеска. Снадобья! Боже мой, неужели я дождался этого момента? Магазин! А-ху! Здрасте, мордасти. Это кто такое? Ведьма какая-то, гляньте. Ага, у нее зелий. Понятно, что ничего взять нельзя.
Все защищается законом о частной собственности. О, гляньте-ка, что у меня есть. Это от гоблинов. Всего не перечесть. Смотрите, как они держат нос по ветру. Смотрите, смотрите. И спросите совета. Верма знает, как привлечь их внимание. Здесь лечебные зелья и заклинания. Ничего себе, у тебя такая промоушен-акция. Все в стихах. Ну, привет. Ох, сейчас мы побалуемся. Продать. 963, это мы ждем, 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 когда сила будет 28. И вот эту тоже штуку ждем. Это мы не ждем, это продаем, это... Ну-ка, посмотрите на меня. Что, куда они побежали? Это я. Куда вы побежали, вашу маму? Они на кого-то сагрились, да? Что, больные, что ли? Мы торгуем или кто? А я вообще офигел, закрылось это. О, смешной народ, потешные люди. Снова придет и не забудет. Угорает с нашего поведения. Да я сам офигел, честное слово. Так, что это такое? Ерундень, ерундень. Ерундень. Так. Здесь все пучком. Здесь ерундень. Ага. Значит, это можно продать. Куча у нас дубинок одинаковых. Так. 757. А у тебя 763. Да, значит, продаем. Это вообще смешно. 788. 727. На 60. 3, 3 к доспехам. 28. Так. Примерно так. Здесь чего? 690, вот это, в принципе, хорошая вещь, можно будет. Хотя какая она хорошая? Не очень-то она хорошая. По-моему, то, что я ношу, лучше будет. Это здесь просто к мане плюс, да? А здесь 5 доспехом. Ум 29, у тебя нет ума 29? Нет, только 24. Я продал бы, в принципе, по-моему, какая-то ерунда. Ничего тут такого крутого в ней нету. Только 5 к доспехам. Остальное все, видите, стрелковое оружие, стрельба. Ну, 8 здоровья. Здоровье за удар, ману за удар. Я ж не бью их. Поэтому, короче, я продам это. Так, 727, 757. А вот это можно одеть. Плюс 1 к магии природы, плюс 1 к уму, плюс 1 маны выходит за удар. 3 шанса нанесения пробивающего удара. Ну, короче, к природе и плюс 1 к уму. Вот это вот как бы нормальная тема. Это можно тебе, а это тебе. Так, это мы продаем. Что тут? 704, 692, 570, 727. А, колечко. Плюс 1 к ловкости. Это тебе, драгоценная моя. Так, здесь, уважаемый, что? Вот это дело тогда мы продаем. Это мы дело одеваем. Это что такое? Плюс 1 к ловкости. Жезл, шмезл. На кой черт мне такой жезл? Так, 727. 763. А, что это такое? 704. Это вообще какая-то дешевка. Это мы. Паника, шманика, нам это не надо. 504. Броня требует силу 14. Нам такое не носить. Это вообще копеечки. Так, есть. Теперь с тобой, дорогуша. Это зачем не надо нам? Это зачем нам тоже не надо? Это 78 нам не надо. Арбалеты. Продаем. Колечко одеваем. Здесь у нас плюс 1 к стрельбе 727. А здесь 763. Извините. Продаем и... Это тоже продаем. Короче, у нас... Полуляма денег. Нифига себе. Я бы вот так вот прям выразился. Посмотрим, куда же мы их можем потратить теперь. Так, начнем с тебя. 106. Так, у тебя защита 172. Ну, тут, в принципе, даже рядом ничего не стояло. Даже рядом ничего не стояло. Вот она. А, 222 стояла. Ну, сила 33. Ты так, такого вообще не дорос. 147... 116 80.
147, 129, 78. Всякая ерунда. Так, сапожки, шапки. Смотрим, сапожки и шапки. Так, ну это вообще смешно. Так, сапожки и шапки пока все красные почему-то. Так, вот шляпа. 11 и 17 жизней. Нет, это тебе не надо, конечно, такое получается. Здесь просто дупа защита 16. Ну, можем гномику купить, не знаю. У гномика что за шляпа? Защита 9, окружает Маура, еще добавляя 11. 9, 11, 20, а здесь 16. Не, пусть у гномика тоже хорошая шляпа. Перчи на 14. Перчи на 14, это гуд. 8, 8, 8. Перчи на 14 возьмем. Так, с шапкой мы решили ничего не трогать, да? Или 17 получается, здесь 16. Шапку оставляем. Так, сапожки теперь еще смотрим. Сапожки, защита 12. Здесь у нас 9, 6 доспехом, итого 15, и еще там баф какой-то. 9-12 жизни. Нет, сапожки тоже тебе не нужны. Смотрим по оружию. Ого! Ого! 1054. 10 вероятности отравления. Здоровье за удар, повреждение от яда. Офигеть, офигеть. Так, это двуручное мне не надо. А вот это, конечно, я бы прям бы вообще бы взял. Цена, конечно, ах, сумасшедшая. 963, 831, 825. Вот это тоже бы надо взять. 52 штуки стоит. Цены кусаются. А потом опять я где-нибудь найду это валяющееся. Из какого-нибудь монстра будут выпадать только так. А сейчас такие бабки буду за это отдавать. Блин, даже не знаю. Ладно, как бы это. Ну, на будущее. Так, что по щитам у нас тут? Щита 5. Это обычный щит на 15. По щитам ничего интересного. Что тут есть разные обычные книги. А, что вот это за зелья такие крутые? Ого, ничего себе. Все, ого, мега склянки на 1400 манны. По 420 надо брать. Это мы потом магам дадим. Мега склянки на жизнь на 1000. Побрать, может, мега склянок такие обычные попродавать, не знаю. То есть одна такая склянка равна 2,5 таким склянок. Не знаю, ладно, надо подумать. Так, что у тебя по магии, дружок? Признавать лесного клоуна. Множество искр. Требуется 30 уровня. Выпускать несколько электрических шаров, которые поражают врага. От 65 до 81. За 10 секунд повреждение 398. Цена маны 37. Дальность 12. Ну, пока ладно. 30-то у нас ни у кого нету. Ну, даже близко. 23. Здесь 20. Что-то мерик перестал качаться. Так. Ладно, да япона мать. Камера, успокойся. А, ладно, множество искр. Вызов темного зефира. Глиф ударной волны. Создает руну, которая пускает ударная волна. Так, урон 57-79. Повреждение 370. А какой радиус? Слишком приближившийся врагам. Какой радиус? Непонятно. Так, свиток воскрешения. Так. Легкая поступь. Увеличивает ловкость всей группы на 1. Ну, фигня. Вызов. Магическое копье, исцеляющие руки. Невнимательность. Ухудшает зрение врага, из-за чего атаки на расстоянии становятся менее точными. Воскресить. Молния. Сосредоточенное сознание. Увеличение интеллект членов группы на 1. Призвать скорпиона.
Вызов медведя. Превращение в волка. Воскресить молния. Исцеляющие руки. Блин, а нету тех заклинаний, которые мне надо. Ладно, придется так тогда ходить. Ладно, посмотрим по доспехам, что тебе надо. У тебя доспех на 65, а вот есть неплохая возможность купить тебе на 80 доспех. Вот такой ты носишь. Вот 65 и 8 к доспехам за полтос. Хорошая вещь. Ну, на 80 еще лучше, конечно. Америка вообще 61. Без бафов. Ладно. Ну, оружия тут, наверное, никакого хорошего нету. Для магов, разумеется. Это то, что я попродавал, наверное. Так, с тобой что? По доспехам. На 116 хорошая вещь тоже. Надо брать, наверное, 116. Даже 118 есть, плюс 1 магия природы. Ну нахрена? А здесь плюс 1 к рукопашной. Вот зачем я переплачиваю, непонятно за что. 108, плюс 21 к жизни. Этот придется брать. Хоть он и к магии природы дает. Зачем-то баф. Стоит 74 штуки. Как-то все дорого, а? По оружию. 763, да? 775. Огненный лук смелости. Но он, блин, дает один к силе. На кой мне, черт, один к силе? 900. 900. 140. 2000 стоит. 800. И 3 здоровья за удар. 784. 757. Вот это лук. Дальность 14 метров. Плюс один к радиусу, к мане. Блин, зачем? Зачем мне все это? Не знаю. Не знаю. Ладно, надо начинать, наверное, с доспехов наших магов. Они часто мрут. Поэтому основные бабки будем сюда вкладывать. Итак, мы берем тебе доспех на 80. Этот доспех мы отдаем тебе. Одеваем. Продаем. Итого у тебя 65. Ну, лучше здесь как бы ничего такого я тебе не найду. Хотя вот. А, плюс 65 и плюс 8 к доспехам и 12 к жизни. А, здесь 37 к жизни, плюс 1 к боевой магии. За полтинничек, я не знаю, возьмем. Повреждение магии минус 5. Взять за полтинничек, продать это за 20. Наверное, можно. Так, с доспехами мы с вами разобрались, уважаемые маги. А, в принципе, больше с вами тут мне разговаривать не о чем, да? Разговаривать не о чем. Теперь тогда переходим на... Тебе на доспехи. Тебе доспехи надо брать вот эти, да? На 118. Ну да, что тут как бы вообще размышлять. За 74 штуки берем тебе на 118 доспехи. Эти на 98 продаем. Так, с этим мы решили. Теперь мы берем дубины хорошие нашим ребятам. Доспехи мы решили им же тут не брать, да? 116, здесь 172, здесь 122, 116. Ну, как бы, да, у нас все. Хотя вот это можно было взять. 68, дороговато, конечно, 122, но здесь плюс 1 к рукопашной и плюс к жизни. А вот 147 лежит и как бы на себя мало внимания обращает. А он покруче будет, чем этот. Может, еще что-то покруче мы увидим? Есть простой 147. А этот 147 плюс 1 боевой магии. Можно простой взять 147. И не париться. 23 тысячи, все, в принципе, возьмем. Этот отдаем. Есть.
Оружие. Что тут сказать? Оружие надо брать. Вот это вот на 1054, правда, 93 штуки. Ну а что делать? Оружие охренительное. Просто охренительное. Яда, кристаллическая дубина прироста. Берем. Это тогда тебе. Это одеваешь. Это продаешь. Ну и смотрим тебе. 831, по-моему, я тут еще тоже хорошее что-то видел. Вот она. 963. Плюс один к силе. Ну тоже, как устоять? Как перед этим устоять, я не имею ни малейшего понятия, поэтому мы берем. Кстати, полтинник стоит не так уж и дорого. Еще и нашей у Лори на лук, гляди, хватит. Есть? Есть. Тогда вот это смысла ждать вообще нет. Это мы продаем. И это мы тоже, разумеется, продаем. Так. 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 Так, у нас маги более всего, конечно же, как бы так сказать, страдают. Так, наша драгоценная Улора. Возьмем тебе мы, конечно, эту... Где она? На 900, да? Нет, подождите, я же видел оружие на 900, который стреляет. Вот он, нет. Куда он делся? 784, 800, 873, 775, 757. Куда делся лук, который наносит 900? Да ладно, чё за прикол? Он же был тут. Я же его видел собственными глазами. 800. Но это не то. Он стоил там 120 с чем-то штук и наносил 900. А, ты его не можешь одеть, да? Чуть тебе не хватает. Силы тебе не хватает, 17. Но у тебя она скоро будет. Она тебе скоро будет. Возьмем на будущее. Надо брать, наверное. 900. Ни хрена себе. Короче, берем, будут у тебя лежать. Вот это я потратился. Так. По доспехам надо еще шапку было тебе посмотреть. Там перчи, может, что. Вот сапожки, смотри. Защита 9, тролливали. Нет, у тебя намного лучше сапожки. Перчи, смотри. 8... 8 нет, перчи у тебя тоже шикарные. Так, шляпу. Смотрим тебе шапочку. Тогда вот такая есть шапочка. 6 и 1 круг опашный. Нафиг, 6 и 6 доспехом. Шапочка у тебя тоже офигенная. В принципе, что тогда? Оружие, щиты, разная магия. Магию точно никакую мы брать не будем. Вроде нет, всякая тут дрянь. Множество искр. У меня на нем. А, нет, хватит денег, ну не знаю. 30 уровня. Вообще не скоро. Магия у нас плохо развивается, надо признать честно. Это факт, что маги развиваются плохо. Молния. И даже нету как бы нормальных магических заклинаний, таких обычных. Ладно, тогда наберем зелий. Вот эти мощные возьмем зелья. Ну и немощные тоже возьмем. Что делать? Стоит недорого. Что такое? А, пользы целый вагон. Тут освещены с маной проблемы. Теперь с маной проблем не будет, я думаю. Ну, какое-то время. В принципе, все. 48 тысяч на всякий случай у нас остается. И... Смотрите на меня, королева Эйб, это я. А, это ты, королева. Я думаю, кто же ты? Ну, все тогда, друзья. Нам дальше идти вот в ту сторону. Но пойдем мы туда.